История в лицах легендарных, прославивших нашу страну. Патриотическая экспозиция портретов кисти народного художника СССР Александра Шилова разместилась в галерее имени Дейнеки. Передвижная выставка «Они сражались за Родину» проедет по городам-героям и городам воинской славы. Она уже побывала в Брянске, теперь доступна курянам. Более 30 портретов, и за каждым история, которой можно гордиться. Знаменитый советский разведчик Геворг Вартанян. Один из тех, кто без единого выстрела помог предотвратить покушение на Большую Тройку. Сталина, Черчилля и Рузвельта в Тегеране. А вот отец Николай, в юности бесстрашный пулеметчик. Сбежал на фронт, чтобы трудовые подвиги сменить на боевые. Конечно, подвиги этих людей нельзя забывать. На них нужно воспитывать подрастающее поколение. Это моя точка зрения, не только моя. Иначе мы потеряем страну. Некому будет защищать Родину, а это самый священный долг. Своих героев Александр Шилов находит буквально на улице. Вот этот старичок просил милостыню, художник с ним познакомился. Потом часы позирования, общения, так на свет появилась проникновенная картина, обнажающая равнодушие к старости и истории. На тех, с кем плечом к плечу ковали победу, пришли посмотреть курские ветераны. Николай Евстафьевич тоже имеет нарисованного двойника. Правда, авторство местных художников. Картина выставлялась в Звездном. И там портрет есть мой. Ходили туда на мемориале, там ходили два раза, мне сам водил. Там портрет. Причем там один говорит, смотрел, говорит, прямо один в один. Почти 70 лет прошло с Великого Дня Победы. Герои состарились, со многими из них современное поколение сможет познакомиться только по картинам. А потому Шилов творит в лучших традициях реализма, создает иллюзию живого общения. У него стиль – это портрет. Человек как живой. Можно подходить и здороваться. Да? Вот. И сегодня я увидел эту галерею замечательную просто. Поэтому я восхищен тем, что увидел. Я надеюсь, что куряне в течение месяца будут посещать это тоже в таком же хорошем настроении. Передвижная выставка «Они сражались за Родину» – это не искусство ради искусства, а жизнь, реальные судьбы. Увидеть целую галерею героев Великой Отечественной войны куряне смогут до 13 июля. А дальше картины ждут в Орле, Туле, Севастополе, Пскове и других городах. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, телеканал 7.